Всем привет! С вами интернет-магазин покупалкин.ру и Настя. Друзья, мы заметили, что вам очень понравилась наша последняя битва наборов. Поэтому встречайте! Два стареньких, но очень крутых набора из вечно враждующих вселенных комиксов. Ну какой же набор мы сделаем обзор? Выбираешь ты, внимательней смотри! Первый набор из вселенной DC. Это LEGO Super Heroes с артиклом 76013 и с названием «Паровая машина Джокера». На лицевой стороне коробки можно сразу заметить битву между Бэтменом на черном истребителе и улыбающимся Джокером на каком-то асфальтоукладчике. Слева снизу можно увидеть 5 мини-фигурок из этого набора. А это Бэтгерл, Робин, Бэтмен, Джокер и Гун. Чуть выше есть надпись, что внутри будет комикс. Сзади показаны все движущиеся элементы в наборе. Вот, например, мы можем увидеть, что истребитель Бэтмена трансформируется в какое-то подобие лодки, а паровая машина Джокера умеет поворачивать и стрелять ракетами. Второй набор из вселенной Marvel. Он имеет артикул 76018 и название «Лаборатория Халка». Хотя, если быть точнее, то «Разорение лаборатории Халка». На лицевой части коробки мы можем наблюдать бой между отрицательными и положительными персонажами, а также Тора, который заключен в какую-то тюрьму. Слева снизу мы можем увидеть всех персонажей в наборе. Их здесь 5. Это Халк, Тор, Сокол, Таскмастер и Модок. А также чуть выше надпись, что внутри мы найдем комикс. Сзади показано очень много всего. Вот Таскмастер падает с выступа, а вот тут Халк разносит половину своей лаборатории. Справа показано, что Тор все-таки может выбраться из тюрьмы, а Халк берет в руки лестницу. В середине изображена лаборатория до ее разрушения. Выглядит довольно неплохо. Теперь настало время выбирать, на какой набор ты хочешь увидеть обзор, Marvel или DC. Для этого по ссылке проходи, в комментариях пиши, выбирай лучший набор. Ну а на этом у нас все. С вами был интернет-магазин покупалкин.ру и Настя. И это битва наборов.